Всем привет, и сегодня мы начинаем уебаний клеить. Да. А с кем? И Фоблист, и кто Сусуи. Ты? И давай, полетели, что ли? По-серьезному, наверное, мы не будем летсплеить, потому что серьезность это... Это летсплей? Я думал, мы... Так, что мы делаем? Это явно не летсплей. Ему рак. Тебя рак. Да, у меня есть ноги. Так, дай мне вертолёт уничтожить. Уничтожил? Ничего, блин. Да не переживай, я тебе сейчас резну. Мудила вюрст. Нет, я тебя не резну, потому что ты исчез. Ты у нас быстрый. Резайте во мне, короче. Понятно. Куда пойдем? Надо по стелсу. Может, на поезд? Можно. А? Он читер? А, вот все. Нет, я ничего не понял. Сейчас танк. Сейчас танк. Залезь в этот, в пулемет и вылезь с пулемета. А-а-а. Но... Он сейчас теремонит. Нет, может, теремонит. По-моему, мы его сейчас собьем. Я сошел, не молчи. Да, тут пулеметчик где-то. Еще и вертолет вверх головой прилетел в землю. А почему я сзади оказался? Лол. К северу от вас вертолет противника. Чего? Кстати, флаг Америки. Его надо расстрелять. Как ты туда попал? На Е нажми, попробуй. Что, я вообще в текстурках. Там, ладно. Видишь, что он напикали? Точнее, там, что отметили на заднем. Нет. А, давай-ка слезай. Пошли машину найдем, видишь, и поедем. Видишь, он вертолет упал. Да. А, пошли к нему. Кстати, он ничейный. Да сейчас он наш будет. Надо лого показать нашему, это 1337. Там какой-то чмо приезжает к нему. А, только нет. Ты попробуй, а? Я тебя уничтожу. У меня тут... Каким надо быть мудилой, просто я не знаю. Да ладно, забей на него. Слов нет. Его покарали дома. Пошли пока в другое место. Почему я последний боец в отряде? Да я не знаю. Как на Russian. Давай я так, короче, как в старые добрые времена. Забирай меня. А я забыл, на чё бить третьего лица. Правда, забыл. На цель. Там. Ты чё, ты как водил? Как слева вправо, я не знаю, как это называть. Не машину бракол. Кстати, у нас в чате... Срач. Слышишь, да? Так, вот что у нас в чате. Было громко. Стой. Надо наш тюнинг показать. А, да. Вот мой. Элитный тюнинг. Сусуи. Кто не скачет, тот не скачет. Покажи свой тюнинг. Давай. С вами почти похож. Ну, у нас, короче, существует 1337. Можно сказать, что мы тащимся по этой... Едь по правилам. Да, сейчас. Я специально не сижу в пулемете, чтобы не нарушать правил. Не переживай, нас с правилом никто не убьет. Теперь нас могут убить. Кружи. Что-то нас с вертолета еще обстрелил. Мы сбили человека, надо умереть, надо признаться в этом. Ты дурак, меня вертолет обстрелил, ты умирай, я нет. Да без этого. Мудила вюрст.
Да ладно, меня вертолет всего-то преследует. Треснись во мне и убей его. Ну. Это все ты виноват, короче, не резнулся. Кстати, ты где? Стой, вертолет займи. Найс. Че с машиной? Так, полетели. Только куда? Куда? И мне к этому дело люст в Steam написало. Да ладно, забил. Давай я сальтуху замучу. Не надо. Ты не умеешь делать, ты она идеально. Где ты научился? Там я паста. Давай за самолетом будем самолеты преследовать. Где? Да вон. Или вон, видишь, едет, Нет, справа, внизу. Ну, я тебя стреляю. А, ну да, вижу. Ну, да. Как всегда, последний боец отряд. Ты... Что? Нет, так нельзя. Я ушел. Убейте меня. В смысле, я чё, один, да? Ты же ушёл. Нет, так нельзя. Я тебя всего лишь резнуть хотел. Всё, я тебе предлагаю пойти и поиграть в Майнкрафт. Это замечательная игра. У тебя рак? А ещё лучше в 7-10 туда. Может, у тебя точно рак? Да и вообще мы играем в пиратскую Battlefield, ведь у нас денег нет. Да. Мы стримим на ноутбуках за 15 тысяч рублей. На качестве текстурок 200%. Кстати, можно ж поставить. Сейчас прям вот так. Ой, панты пошли, все. Так, у меня батла зависла. Я не удивлен. У меня потьма зависла. А может доту пождем стрим? У меня слегка 12 кадров в секунду, но это мне не мешает играть. Представь, что мы нищие школьники. Нет, я бы на ультре не играл, если бы я был нищим школьником. Поехали уже. Дай принять, все, теперь поехали. Наши жми. Теперь понимаю, 80 кадров. Дай я сделаю танк своего цвета, он у меня красивее. Ты слышал, да? Нормально все так всегда бывает. Это радио. Радио. Вот. Радио 107.5. Радио 7 на 7 холмах. Ой-ой-ой. Вау, у меня синский, да. Все. Рак мозга обеспечен. А еще там была фича, что был один плакат вверх, кого перевернут. Ну, на щитке, знаешь. Ты хочешь фичу? Я вот стреляю, сейчас стену, она ломается. Ты знаешь же большие щитки, да? Ну да. Там щиток, и получается плакат на нем вверх головой перевернутый. А чё в этом плохого? Слышь, пошли, может, залезем на крышу? Тихо, подожди, по мне кто-то стреляет. Там танк стреляет. Так, ладно, я отсюда уезжаю. Эй, меня-то забери. Так ты ж не хотел. Ты это, умри так быстрее. Ну, этот плакат вверх головой перевернутый, они же маленькие плакатики, написаны на ски оптом. Я ж умер. Меня ж подстрелили внезапно. Быстрее спрятаться. Почему меня откинул? Меня нет. Почему меня влево вносит? Меня нет. Это как был на Трустоне, поехал на квадроцикле, и у него руль вправо вело, мне пришлось... Приходилось давить влево, чтобы не уехать вправо. Вот я что-то один раз не додавил, и чуть в обрыв упал. Вот так мог бы упасть. Вот так? Да. Только там водить по пьяни вдвоёшь, вообще не выберешься. О, видишь врага? Давай убьем вот этого снайпера. Убил. Ты... Мы
Меня-то чего оставил в зоне боевых действий? Не из зоны, вылез. У меня две, одна, и все. Я маста. Щелк. Он переживает нормально. Нас даже не видят. Что? Танк стоит. А, вон я увидел, слышь. Это побочный эффект. Респал. Какой ты дурак. А чё, я успел бы? Короче, это во мне. Именно во мне. Кстати, ты в курсе, что у меня это шоколадный камуфляж? Правда. Я усилил ваш отряд. У меня камуфляж термо. Ну зачем его убили? Его зарезать хотел. На, шашлик, дай аптеку. А, живи, короче. Быстрее. Не будь рачильный. Окружают. А к тебе танк едет всего лишь. Респаун. И аптеку. Резать будут. Вытащил. Еще одного вытащил. Как мы танк вытащим, скажи? Там он еще один. Да убил, не переживай, я все вижу. Не знаю, какой танк вытаскивать. Все, я не вытащу. А я живи, не знаю. Живи. Жиды. Йо! Жиды. Тут все бабах. Да жиды. Я тебя даже резать не буду. Лучше ты во мне рез. Девай. Там сзади кто-то. Ай-яй-яй. Ты тащи. Вытащил одного. Живи. Быстрее, 10 хп. Да все, почти. Аптека. Хватит. Аптека. Да на аптеку, на. Ёп. Это было внезапно. Но зато я вытащил шестерых, походу. Чё там у меня? Так, не самый благоприятный счет. Мы поспособствовали победе команды, ты понимаешь? Давай этот. Сейчас опять на ту точку. Да, не хочу я приказ выполнять. Что я не открыл опять? Так, я вот, наверное... О, военврач или нападение? Слышь, скажи, что взять, военврач или нападение? Военврач. Конечно, поддержка, чем тупой. А как мне посмотреть, может у меня место на диске кончилось? Или самое главное верить? Если закончится место, по-моему, я либо не должно ничего быть, либо крестик перечеркнут будет. Видел, да? Ты хитрый, да? Да как же так, все убил. Дерзан. Там сзади! Просто посмотри на это. Давай по стрелсу. Ты сошел. Ты что меня кинул? Их надо вышкуривать. Стелс. Не говори громко, а то услышат. Да, как Никита в расте, надо тихо говорить. То, что ты что ж, услышится. Там это, зенитка. А, они как залез, меня сразу убили. Прям вот сразу. Он просто стоит под камнем и ждет. Тактика. Он хочет победить. Им не жить, все. Давай на вертолете все. Просто залетай туда, снизу. А, я ж могу это попикировать так, чтобы ты где-то сам убил. Ты справа сидишь? А левому ничего не достанется. Ну, пассажир. У него еще ник такой, 98. Можно открыть. Посмотри на ник. Да, смотри, что я придумал. Берешь регишку или компанию, например. Стреляй. Стреляй. Ой, вертолет. Да нет, нет. Как нет? Нет, нет. Ну не... Оно само. Там сзади. Сейчас зарезать нас, зарезать. Граната... Он нас увидел, слышишь там? Я прям смотрю, падает граната и прям мне в ноги.
А он, короче, АИ. А, кстати, почему я тебя не риснул? Ну что, иначе? А, точно, я забыл. Да, никак не... Вот так, прыгай! Залезай. Легко, нет! Так... Вот эта херня просто каждый раз. Какая? Роза команд, принять приказ. Понять приказ, блин. Каждый раз. Какая? Не было такого никогда у меня. Власть. Мы типа захватываем. Да. А ты чё не вытащил? Тут чё рощина такая? Как-то он наим, всё, короче. Ты вышел? 14 HP. Живи, живи. Вот уже, уже, вот сейчас. Сейчас там рез сразу. О чём ты говоришь? Я потел как мог, ну то есть тупо сидел. Не переживай, я не в тебе резнулся. Там до сих пор идет срач, кстати, в чате про Украину и Россию. Что, еще со шторма на Брусселе? Да. Нет. Так. Садись меня. Садиться. Да, хрень иди. Да, садись. Почему ты не успеваешь сесть? Там не было на шиконке насесть. Насесть. Что там пожима? Сраные КД. Я не виноват. Минус один. Я его в голову убил вообще-то. Надо мне врать. Я его убил. Да рест никому. У нас чуть флаг не захватили. Погнали. Плохая идея. А погнали. Стой, видел, да? Слышал? А, нет. Наверху гамма. Сам такой, не оскорбляй врагов. Бегай. Ты где? Почему ты стоишь? Потому что я не в машине. Вон она, это чмо. Убил в голову. Сам щелкаю. Поехали в машине, короче. Нет, я зачищу от азиатов это место. Просто сел бы в пулемет и зачистил. Да, так неинтересно. Поехали. Теперь поехала. Азиатов чисто, все. Поехали захватим вот. Ну, чё G. Там? Нет, там A. А. Ножи или на A? А, давай ножи. Давай ножи. Жи. Там. Поэтому монетку лежит. Там ты ничего страшного. О, убивай. Сейчас не надо. Пошел ты, а? А ты где? За камнем посижу. Я посижу. Вот почему. Да нету врагов. Да за мной едет, пытается задавить. Безуспешно. Со стенкой надо скрыться. Чего кто-то? Там снайпер, которого я не могу почему-то попасть. Может, Ирак? Бил. Я не переживай, я умер. Ты там меня убил? Полковник Пахом. Да какой быстрее, там сзади? Ты что, карту не смотришь? Сзади. Пахом, сзади. Что здесь против него делать? Одна танки ехать. Я опять Пахом убил, а? Может, выпрыгнем с самолета? Стой. Мы просто самолеты могли выпрыгнуть. Да, я полетаю.
Я слева. Теперь справа. Теперь слева. Че, маневрируют по самой низу? А не давай. Надо. Просто давай, иди, давай побеждать. Не надо так. Да ты че тут путь-то путь? Хуй побеждаем, мы и так уже победили. Раз, два, три. Нет. Нет. Ты Пахомий, Ивановец. Раз. Два. Два, три. Представь, мне сейчас на одном киле вытащит. Да. Я уже написал GG, так что не переживай. Не смотри, как долго не заканчивают. Не, ну я же написал GG. Может, еще раз написать? Да. А почему у меня УС против УС? У меня тоже УС против УС. Так, что, на следующую карту? Я выключил. Надо потом, не знаю, что сделать. Слышь? Так, пожалуй, продолжим уже в следующий раз. И с вами был Уебан Плей. И всем пока. We'll be right back.